Всем привет! С вами Информ ТВ. В современном мире границы открыты. Нужны всего лишь деньги, чтобы уехать из страны, ну или вернуться обратно. Некоторые известные актеры тоже решили попытать счастье за границей. Янина Лисовская. Актриса, которая сыграла Людку в фильме «Любовь и голуби», подавала большие надежды на отечественной сцене. После яркой работы она получила массу предложений, но выбрала семью и уехала с мужем в Германию. Там Янина живет уже много лет и не собирается возвращаться. Она занимается преподаванием актерского мастерства, изредка снимается в немецких сериалах, а также принимает участие в театральных постановках. Лянка Грыу. Актриса, которая считалась одной из самых перспективных, в один момент исчезла с экранов телевизоров. Она решила продолжить свою работу на американском телевидении. Лянка вместе с семьей переехала в Америку, где уже сыграла несколько ролей в американских сериалах. В одном интервью она призналась, что ей нужно было выбирать между карьерой в России и семьей, и она выбрала последнее. Кстати, а вы бы как поступили? Илья Баскин. Актер ярко начал свой путь в советском кино. Несколько, хоть и небольших, но очень ярких ролей сулили ему популярность в будущем. После фильма «Большая перемена» он считался одним из самых популярных молодых актеров. И слава к нему все-таки пришла, вот только не в советском, а в американском кинематографе. После переезда в США Илья быстро нашел работу. В фильмах он преимущественно играл стереотипных русских персонажей. После такого успеха речи о возвращении даже не шло. Михаил Филипчук. Вы могли видеть актера в фильме «Вор». За это мальчику даже дали детский Оскар. И хоть все ожидали от него яркой карьеры актера, этого не случилось. После ролей в нескольких фильмах Михаил переехал в США, где и живет сегодня. Актеру, который стал популярным из-за своих детских ролей, сейчас уже 30. Он стал программистом и прекрасно живет в когда-то чужой стране. Алексей Горбунов – последний герой нашего видео. Актера в российском кино всегда любили и уважали, поэтому его возвращение в родную Украину расстроило многих. Из-за политической ситуации Алексей решил бросить работу в России и отказаться от всех ролей. И хоть артист признается, что его гонорары стали поменьше, однако возвращаться не собирается. При этом надеется на примирение двух стран. А как вы считаете, правильно ли сделали эти люди, что уехали? Ведь им в России была открыта дорога в кино, их любили миллионы зрителей. Пишите в комментариях свои мысли. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!